Вы готовы? Ты чуть-чуть готов? Погнали! Йоу, 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 йоу. Волгоградская тренировка, я в кроссовках, на утро пробежка. Не мешкая, добежал туда надо, там висит моя груша, которую я ему буду бить. Натренировал свои мысли, теперь я могу делать все очень это быстро. Боксерский ринг — это то место, где ты можешь сделать себя, и тебе будет не тесно. Раскидал словами, так же как панчами, кулаками. Положил тело, здравствуйте, вы сами. И эту толпу я завел, завелся, и теперь это боксерский ринг. Да, один на один или раз на раз. Я не ожидал, что придет девушка со мной как раз. Но ничего страшного, я буду голландцем закидывать пальцы. Приятно, легко. Боксерская тема — это тоже стиль. Стиль боксер, сил набрался, и потом победителем оказался. Йоу, 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 йоу. По 8 срок старайтесь. Я сейчас не сдавал офигительные звуки. Этот парень по курсам, не исключая руки. Но не сказал никто тебе еще, что бокс на самом деле контактный спорт. Активность соперника, пожалуйста, бро. У нас с тобой один микро, мы с тобой делим его. Поэтому давай, пожалуйста, изо рта в рот. Вроде как дыхание передаем не то, что мы. Но батл — это когда ты оппонируешь сопернику. Чтобы читать чисто конкретненько, оппонируешь сопернику, читай чисто конкретненько. Бокс — это контактный спорт, а батл — это зеленый черт. Я вам напоминаю тебе, в чем суть. Я здесь не один, со мной жена, поэтому давай, девушка, как-нибудь сама. Тренируйся, одни перчатки, и делай все то, что нам надо, только без оглядки. Я в сторонке постою, без скандала, потому что меня это заебало. Этот парень пришел на батл, но тему предохранения понял превратно. Чел, когда ты читаешь повязки, это типа не считается. Ну, нам ясно, тут стоит цена, она видит все. А ты считаешь, как поэт поселка дров во рту. Бойцовская груша, пожалуйста, пожалей наши уши. Пожалуйста, читай, обращаясь к людям. И мы тебя тут инклюзивно учить будем. Вливайся в наше сообщество, бро. И передаю кому-то микро. Передаю кому-то микро.